Всем привет! Сегодня у нас будет очередная битва гильдий на Китайке. Это будет у нас битва с Минотавром. Буду опять учиться осиливать Минотавра. У нас он уже с ремочкой, первая эволюция, ахментация, все дела. Также у нас будет дополнительно Купидон. Хранителя мы тоже немножко подкачали. Анубис для добивочки. Вот такая вот Фрея. Но Фрей, я не знаю, возможно, уберу. Сейчас посмотрим. Поставим вместо нее дерево. Или вместо Анубиса давайте дерево поставим. Так. Да, в принципе, давайте попробуем первую без дерева. Так, 309, 271, 259. 209, 229. Можно вот эту гильдию убить. Так. Угу. Здание снаружи. Так, надо так выпустить, чтобы Минотавра. Так, допустим. Фрея. Так, у нас есть 5 секунд. Можно выпустить Фрею Анубиса. Хотя тыковку там, если Анубис будет, сольют. Давайте попробуем. Так. Так, минус. Всего 37. Как видите, очень мало. Надо больше разгона. Минусу. Да, вот неудобно, когда против стрелок юнита. У нас там особо не отвлечешь Минотавра. Еще и Фрея есть. Слили просто. Бум. 100%, ребят. Как нефиг петь. Это обязательно лайк. Так, есть. Первое у нас готов. Давайте, наверное, возьмем юнитов немножко. Так, одного топа мы с вами сделали. Смотрим следующего. Так, 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 где там? Как-то немножко, конечно, непривычно играть Минотавром. Это не топовые герои выпустил и все. Так, тут опять стрелок. Но тут у нас все герои вблизи. Можно, конечно, попробовать через хранителя. Но тут и стрелок рядом, он будет нам очень мешать. Не будем заморачиваться над этой расстановкой, рановато. Так, что тут у нас? Стрелок есть или нету? Вроде не вижу стрелка. Значит, пробуем.
Тыковку наверху. Так, Минотавр, Хранитель, Купидон. Забежал в самый центр, жесть. Ладненько. Дырочка даже есть. В принципе, можно было бы и снять с Минотавра ремочку. Ну да ладно, сейчас попробуем так выпустить. Вот эковка сдохла, хорошо. Значит, снимаем с Минотавра ремку. И вблизи выпустим. Так. Так, кидаем тут тыковку, тут Минотавра. Все, баф пошел. Купидон. Всего 19. Это жесть, это что такое было? Ну-ка еще разок. Вот так он должен быть. Странно. Как-то вообще ударил. Тыковка не разогнала, что ли. Так, тут у нас есть стрелок, да? Значит, сделаем. Так, нам надо еще юнитов подслить. Раз. Два. Ай, тыковку сразу сливает. Сволочь. Ладно. Рея. Этот Минотавр. Тыква. Хранитель Купидон. Не опасно, опасно. Так. Раз, два. Минотавр. Тыква. Хранитель Купидон. О, прекрасно, 100%. Так, 3 есть. Смотрим, там, по-моему, еще были топы. 229. Так, тут есть стрелок. Есть опять. Значит, будем пробовать вот так вот. Раз, два, три, четыре. Не вариант. Не люблю расстановки со стрелком, пока что еще не привыкнем. Юнитами спамить неудобно тоже. Так, ладно, ставим. Минотавр, тыква, хранитель Купидон. Ай, минус не успел. Жалко. Еще заходик. Рея, минус. Не прилетает сразу же, причем.
Ладно, посмотрим другого. Там разница очень маленькая. Ну, вот вроде нормально Ронин. Убираем Анубисом юнитов всех. Так, есть, убрал, кидаем тыковку на разгон Миноса. Да-да, кинул, называется. А малыш Ник. Так, хорошо, значит, пробуем. Раз, Фрея, тыква. Нет, тыкву сразу сливает малыш Ник. Тоже не вариант. Да, надо ее подкачивать. Посмотрим дальше. О, тут вроде малыша Ника нету. Пробуем тут. Так, юнитов убрали. Тыковка. Так, Минотавра где-то здесь кинем, пусть набирает. Купидон-хранитель. Ну, жесть, не успел. Еще разок. Наконец-то. Так. Так. Ну, думаю, отсюда будет лучше забежать. Я надеюсь, тут тотема нету. Хотя, в принципе, может быть. И тут тотем может быть. Откуда лучше забежать? Лучше Минотавра. Допустим, отсюда. Тыковку тут. А, и Фрейв зря пустил. Ну, ладно. Купидон-хранитель. Не вариант. Опять сливаем юнитов. Так, значит, пробуем Минотавра тут. Так, вот тут. А Купидона с Хранителем попробуем. Ну, даже не всех выпустил. Так, есть. Что там у нас? 1452. И еще одна попытка. Так, тут стрелок. Не будем заморачиваться. Тут вроде нормально. Немножко, конечно, юнитов есть.
немножко есть юнитов. Ладно, сейчас юнитов уберем. Так, есть. Тыковку бросим вверху. Так, минотавр, тыква. Так, разгон есть. 23%. А знаете почему? Некрос ударил. По минотавру снял с него все бафы. Вот почему у нас получилось 23% всего. Так, есть. Ну, кидаем точно так же. Раз, два. Купидона хранителя кинем, когда минотавр будет подзаряженный уже. Вот. Опять та же самая фигня, ну, жесть какая-то. Ну окей, пробуем еще раз. Так. Кидаем тыкву минуса. Хранитель. Есть. 318. Ну что, ребят, новый топ. 1770. Набрали. Сейчас посмотрим, какое у нас место. 21. Ну, уже есть прогресс. Уже у нас 45 тысяч силы. Немножко подросли. Скоро будем выходить в топ. Но это надо будет 1100 набрать силы. Тогда будет свыше 200. Все, пишите комменты. Будем немножко в следующий раз менять состав. Пробовать проходить уже без Минотавра. Прокачаем Анубиса, надеюсь. Посмотрим, что он сможет сделать. Вряд ли он там много урона будет выдавать. Но тоже будет интересно на это посмотреть, думаю. Все, подписывайтесь, делайте репосты. Всем пока.